И к другим новостям. Министр печати и информации Дагестана Бурлият Такбалатова дала пресс-конференцию. Перед началом встречи руководитель ведомства ознакомила журналистов с данными управления Роскомнадзора. Так, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 341 печатных и электронных СМИ. Говорили о таких важных вопросах, как уменьшение тиража изданий и сокращение бюджета. А при этом министр отметила, что значительная часть ответственности за это лежит и на редакциях. Им не всегда удается провести удачную подписную кампанию, привлечь рекламодателя, да и просто изменить отношение аудитории к своей продукции. Мы будем переформатировать то или иное издание в том ключе, в котором это на сегодня необходимо. По всей вероятности, где-то около 5 или 7 государственных бюджетных учреждений уйдут на слияние с родственными другими средствами массовой информации. И тем самым мы оптимизируемся, мы ужмемся, и эту экономию наших бюджетных средств мы предполагаем перекинуть на, скажем, главные наши информационные ресурсы республики.